Толерантность у американцев в крови. И в доказательство они даже учредили ежегодную премию Bad Awards, которую вручают представителям афроамериканского населения Америки. Кто в этом году заполучил престижные статуэтки? Расскажем уже через несколько секунд, так что смотрите в оба. Неужели барбадосская красотка Риана выходит замуж? На премии Bad Awards певица демонстрирует огромное кольцо на безымянном пальце. А судя по тому, как неравнодушно Рири относится к своему соседу, боксеру Флойду Мейуэзеру, можно подумать, что жених как раз он. Как дела, чуваки? На этой церемонии, посвященной заслугам афроамериканских музыкантов, актеров и спортсменов, Ри даже не выступает. Вместо этого она представляет трейлер своего очередного клипа. В нем Риана предстает в образе гангстерши, который, по всей видимости, не по душе холеные богачки. А на сцене в это время Шона Компса, то есть Пи Диди, ждет полный провал в прямом смысле слова. Да, рэпер совсем не по сценарию проваливается в яму посреди сцены, предназначена которая была далеко не для него. Позже в своем инстаграме певец опубликовывает это курьезное видео и комментирует его так. Если вы действительно падаете, поднимите свой зад и боритесь. Правда, я смеюсь каждый раз, когда вижу это. Выглядит, будто я исчез. Яркими моментами премии также становится демонстрация вокальных данных президента США Барака Обамы. Романтичное выступление Алиши Кис с группой The Weeknd. И то, что на премии не приезжает Бейонсе, которую награждают как лучшую R&B и поп-певицу. Поэтому все довольствуются другой обладательницей выдающихся во всех смыслах талантов – Ники Минаж. Она уносит с собой премию как лучшая хип-хоп-исполнительница. И благодарит за это маму. Мама, спасибо тебе. Ты каждую секунду в моем сердце. Я очень тебя люблю. Так мило. Марина Михеева, про новости.